Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму компот из слив без стерилизации. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Берем горячие стерилизованные 3-литровые банки и наполняем их на треть чисто вымытыми сливами. Это примерно по 700 граммов в каждую банку. Затем добавляем по 250 граммов сахара и по пол чайной ложки лимонной кислоты. Если слива кислая, лимонку можно не добавлять. Дальше помещаем в сито хорошо вымытую мяту из расчета по одной небольшой веточке на каждую банку. Ошпариваем ее кипящей водой и отправляем к сливам. Теперь заливаем сливы крутым кипятком и сразу закатываем. Воды в каждую банку наливаем до самого края, даже чуть с горкой. При накрытии крышкой она должна немного пролиться. Банки закрываем поочередно. Вода все время кипит на плите. Закатанные банки переворачиваем вверх дном. Накрываем чем-то теплым и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Очень вкусный сливовый компот на зиму готов. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.